Тверичане обмениваются подарками к Новому году. В городе продолжается акция «Марафон добра», организованная администрацией Твери в рамках проведения рождественской ярмарки. В ней уже приняли участие десятки горожан, а также журналисты и музыканты. Пока погода не помогает почувствовать приближение Нового года. Чтобы у горожан появилось праздничное настроение, в Твери стартовала акция «Марафон добра». На городских елках развешаны небольшие подарки. Каждый может их взять, но взамен должен оставить какой-либо сюрприз от себя. Обязательно нужны такие акции. Это добро. Это то, что касается каждого из нас. Можно просто получить какую-то приятнушку ни за что, просто так. И хорошее настроение – это залог вообще всего абсолютно на свете. В акции уже приняли участие десятки горожан. Они делают фото и видео со своими подарками и выкладывают их в социальных сетях с хэштегом «Марафон добра 69». Также поделиться праздничным настроением решили тверские журналисты, общественные деятели и музыканты. Тверская комсомолка с радостью присоединяется к акции «Марафон добра», который проходит в преддверии рождественской ярмарки. От себя, от нашей редакции мы дарим вот такой вот сувенир брендовый, сладкий. Желаем в будущем году вам добра, хороших новостей. Специально в красивый пакет эту книгу упаковываем и кладем под елку на площади Ленина в рамках акции «Марафон добра». Всех с наступающим! Расположение всех елок, участвующих в акции, можно посмотреть на интерактивной карте. Ссылка на нее размещена на страницах администрации Твери в социальных сетях. Тверичане могут делиться подарками вплоть до самого Нового года и дарить друг другу праздничное настроение.